отчаяния. Сегодня произошло трагическое событие. Умер выдающийся учитель нашего города Петр Исидорович Абрамишвили. Это большая утрата для нашей школы, потому что Петр Исидорович был не только учителем, он был другом, он был наставником, он был лучшим из учителей нашего города. Мы понесли большую утрату. Нам очень тяжело говорить об этом. Мы соболезнуем семье, соболезнуем нашему сегодняшнему учителю Александру Петровичу, его сыну, соболезнуем его дочери Светлане, которая работает во второй школе. Мы просим вас всех прийти на похороны, которые состоятся в четверг. Напомним, как проходили лицезрения в школе. Это был человек высокой культуры, интеллигентный. Мы всегда брали пример с его, со Светланой. Светлана работала в лицее, она учила наших детей. Это действительно педагоги с большой буквы. И их династия уже уходит со школы. И нам это печально, потому что таких людей очень мало. И Александр Петрович поднял на высоту нашу первую школу. Она стала действительно первой. И нам, конечно, очень неприятно, больно и неприятно это известие. Хотелось бы, чтобы такие люди жили, процветали, радовали и продолжали поднимать культуру нашего города.